Так, ребят, всем привет. Игра у нас будет на Магине. Не знаю, почему захотел именно им сыграть. Пишу статс. Так, ну что, по дефолту нужно сделать Fast Battle Fury. Пик очень сложный, очень тяжелый. Я взял одним из первых героев. Они вообще мага мне взяли. То есть мне будет очень тяжело здесь. Ульту можно вообще, можно сказать, не качать. Не, ну качать надо ее, но пользы от нее будет мало. Аля, у них получается все силовики и ловкачи, то есть интеллектуала ни одного нету, это будет такая себе игра, скажем, тяжелая для Магины. Хотя, с другой стороны, я расфармлюсь, с руки всех буду убивать, а так, если подумать... Ладно, посмотрим, как будет. Надеюсь, игра будет затащена. Мы эту катку выиграем. Так, стопим, стопим. Они тоже стопят. Хорошо, стопят. Так, с кем? С Баратрумом один. Ага, и с Боном, да? Противное говно. Шо Бон, шо этот? Ты фармить будешь, да? Понял. Блять, да что такое? Черт мелкий. Развели его на ману, отлично. Всего лишь одним блинком. Что это было? Откуда мне стрела пролетела? А? Чё за фигня? На город наших братьев. Прикольно. Напали враги. Так, идут крипы. Он их не динает, вроде нормально. О, понеслась. Сейчас он будет дамажить. Будет дамажить очень больно. Это херня сейчас будет. Нет, так накидывать здесь. Ну ладно. Просто сейчас будет. А когда вот это лететь мне, стрелы его вонючие. Какие болючие, пиздец, просто такие не болючие. Еще есть маной, круто. То есть мана у него есть, стрелы будут. Он делает. Ну, я понял, я здесь без фарма сижу. Ладно, хорошо, пойду на отводы схожу. И этот ушел с лайна. Ушел, миф пошел. Тебе надо, сука, черт мелкий. С драконом будет попроще мне стоять. Блять. Сиди.
Ты хоть без урны? Блять, просто именно он толкает. Вот именно он первый удар и сразу толчок. Вот просто, сука, ненавижу это говно, блять, ебаное. Ебаного этого баратрума. Стал есть какой-нибудь? Отлично. Сейчас будет, блин, заберем его. Блин. Сейчас баратрум будет бежать. Личненько забрали этого нудного скелета. Пришло петушиное очко. Что, с маной крутой, да? Не хватает золота. С маной он классный. Фармит огненными стрелами. Это круто. Ну, черт, сука, нет. Сразу он весь прыгает. Не думать даже. Сразу вниз. Баратрум. Угу, я понял. Ну, толкни меня, давай. Толкнул, ладно. Я думал, сейчас как всегда толкнет и до свидания, как говорится, Димас. Мой шкиврец мах летает. У него маны нет, поэтому у меня нормально. Бара я не боюсь сейчас, но маны нету. Петушиное очко со стрелами я боюсь. Потому что он мне может накидать очень здорово. Раз. Ай, потом укреп убьет. О, черт. Еще эта хрень прибежала мелкая. Третья где, бля, хорош успел, красавчик. Маны говорят нет, да, у тебя, бро, скелетик. Не, нахер с ним драться, это самоубийство. А вот с эпом можно пробовать. Сурной СФ. Вообще, кто у нас на меде стоял? Это СФ, это этот стоял? Все понятно. А, молодец, забрал. Думал, он совсем тупой. Кажется, нет, более-менее что-то может. Бон пришел. На город наших. Дал бы мне урну. Напали враги. Чатлэ, окей. Одного убил он. Ну нахрена ты это делаешь, пиздец? Что за чертила? О боже, что ты делаешь? Хуй выдает. Мородный. Вот просто я ржу с этих оленей. Вот просто с этих асефов.
петушиное очко вернулось. Да? Да, петушиное очко вернулось. Так, Абара уже какой? Шестой? О, у меня проблемы могут быть. На город наших братьев. Что прибегает Баратрум, дает ульт, меня нету. Я умер. Ты не охерел случай мне? Ай, фак, ну так крипов пропускать по-глупому. Поговаривай, ты без маны остался. Сларк? Да? Ого. Он с петушиным очком здесь. А, это иллюзия. Понятно, блять. Походу я откатился. На город наших братьев напали. А, нет, я походу выживу. Повезло. Ну, если фармит леса, ему нормально. Ну, нормально. Боже, как мне повезло. А, нет, мне не повезло, Бара бежит. Еще, блин, быстрее. Еще, блин, сука. На город наших братьев напали враги. Не попал спреем своим. Бара сейчас рыснется, это значит, он меня побежит. Шиночко фармит. Ой, СФ идет, сейчас будут койлы. Сейчас будет фарм, эпический фарм. Ой, жюри, эпический фарм, три койла. На один спаун крипов три койла. Молодец. Вот петушиное очко. Где Баратрум? Баратрум. Твою горожанина. Два раза ударим. Погнали. Личника забрали. Пофиг, капнем курицу, потому что, так понял, тима не буду апать ее. Обона есть мана, бежит. Ладно, зафармим лес. Отлично, заберет. Так, Бара жив, надо уходить. Сейчас начнется бега ослиные за мной.
О, бежит, бежит, бежит. Куда ты бежишь? Ты на базу ко мне бежишь. Пизда, листу. Вой, такой прыжок, прям вообще мощный. Прям прыгнул такой, типа. Спидхайт, он все высосим. Еще и тускар есть, ого. С лурингом. Серьезно, подеремся? Нет, не подеремся далеко. Надо мне тоже поделать, что-то сильно наглею. Немного так. Наверх. И бежим фармить наверх. До Battle Fury осталось всего лишь-то 800 голды. Это главное не умереть. Блять. Что это сэф, он меня... Ну, заберут они там. Сами. Петушиное очко фармит, надо его убить как-то. Ну, я его не убью, конечно, но ману ему хорошо так мог подсадрать. Сколько? Раз, два, два удара успел. Минус сколько? Минус чем-то. У него 100 минус... Минус 104 маны. Так. Бару забрали, хорош. Манту придется собирать, потому что этот пацан собирает серчит, то есть манта здесь вообще будет огонь. Я про бона имел в виду. Так, сколько у Тавра хп здесь? На мид пошел. Тавр фуловый. О, не коловите, чё вы? Ловите, убейте. Сам прибежал на ганг. Убежал сразу же. Так, я боюсь бару. Бара сейчас может прибежать. Ну хотя, чем мне бояться, у меня блин есть, я выживу в любом случае. Фармлю сейчас спокойно дальше. Курица на базу летит отлично сейчас. Здравствуйте, тут еще вот крипов заберу. И будет у меня моя блята фури. Так, блята фури. Несемся, блята фури. Ножичка. Ну, фарм бегает. Не нахрен. Привет, Сларк, пока Сларк. СФ петушиное очко, ты будешь драться, нет? Братром разгон вроде не успел взять. Не успел. Повезло. Теперь мы начинаем фармить. Серьезно фармить, так. Очень серьезно фармить. Все просто фармим. Собрание интересно. На город наших братьев напали враги. Ничего теперь, мне теперь именно под тебя собрание устраивают? Что за херню несут? Мне просто смешно с таких людей порой. Сказал в субботу игра с подписчиками, ну извините, кто не смог попасть, я не виноват. Я установил время, которое мне удобно. Мне без разницы. Ох ты, блядь, тут не один походу, да? Еще и пара побежит, петушиное очко бежит. А я выживу, да? На город наших братьев напали враги. Отлично, выжил, повезло. Почему я стилю фраги? Да потому что мне сейчас фарм нужнее всех, потому что я в лейте буду тащить, я это точно знаю. Мару. Никого нету. Только бон.
Сейчас манту быстренько замутим. Будет нам уже проще жить. На нас напали. Не хватает золота. Не хватает золота. С лотаром уже. Петушиное очко идет фармить. Да быстренько тут можно больше забрать. Он сейчас все заберет здесь. Койлами вонючими. Ай, не поубить ничего. Так, ко мне, да? Я понял, пацаны. Давайте-ка мы, наверное, сейчас просто такое сделаем отсюда, все. Будем спокойно себе играть дальше. Парни. Так понял, вы хотите меня убить, наверное, на стрик просто большой уже дадите. Так, стрик все же. Сейчас я боюсь Бару и Сларка, который, скорее всего, уже с Лотаром. Вот такого петушка. На бойнике. Да, уходить. Так, ну двое снизу, значит он здесь скорее всего сам. Ты же сам здесь петушиное очко. Ему нравится, когда я ману высасываю. Сука, сало откуда? Пиздец. Манта нужна. Вот сейчас драться нельзя. Пока манты не будут драться, вообще нельзя. Мы проиграли замес. Мы просто вчетвером отдались. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорош. Хорош. Хорош, бомж. О, какой... Ну урна, СФ, вот зачем, я не понимаю. Пацан тупо вообще жесть. А задонать крипа как профессиональный СФ, не? Понятно. Этого петушка убить надо. Сейчас возьму просветку и убью его. Он без маны тем более. Ух ты, Войд. Хорошо у Войда все, ё-моё. У него все прекрасно, 5-5, ну, пойдет. Жаль, что я стрик отдал, но опять же из-за манты, из-за манты. Будет манта, будет проще мне. Из манты нельзя драться мне вообще. Леса фармить, потому что сейчас Ларк меня будет искать по-любому.
Короче, сука, все вмешается. Маны не... ТПКД. Сломаем пока верхом. Отлично, сэпка, сейчас второй раз трипл кун. Красавчик. Ультракил охереть. Сэп просто монстр. Казалось бы, у него контроль такой слабенький, он берет там, убивает просто всех же. Красавец. Ну, не знаю, он просто как-то так странно играет, сэп. Вроде леса только фармит. Какой толк от этого, не знаю, но... По сути, он все правильно делает, но какой-то контроль, не знаю. Я как по себе знаю, как он слабо контролит. Ладно, хз. На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. Сейчас манта уже будет. После манты сразу в башер. Естественно, это наше все. На нас напали. Сломаем тавр, они все дерутся вроде, нормально. Раз это опасен. Хотя уже можно даже так сделать. Наши справляются, поэтому идем дальше фармить. Киси Сларк. О, брат, ум, это хорошо.
нормально так. Фармили мы. Прям под тавером там. Зафармили криповый, не заморачиваемся особо. Значит, пойдет фармер. Фармер. Башер на пол, прекрасно. Сейчас гиперок себе купим, и все будет вообще супер. Там можно уже пойти подраться и нормально подраться, скажем так. И потихоньку ФК начинает писать. Хотя по счету вроде все ровно идет. То есть что они, что мы хорошо играем. Вот опять же, мы убили, они убили по одному. Макина уже с руки убивает всех. А это уже нехорошо для них. Себе с руки просто беру и всех убиваю нахрен на ура. Так. Кстати, магам интересно играть, вот этот фарм этот на нем. Вообще он изумительный. Как на нем легко фармится. Костыль переключай, Battle Fury собери и все, и бегай, фарми себе. На самом деле тут наглей немного. Ну, блять, я жалел, я наглелись немного. Пиздец. Проканул. Вот нафига, вот, пожалуйста. Вот я знал, что здесь умру. Я знал, что здесь умру. Шубара по-любому разгон возьмет. И есть еще этот хрен, который тучу даст. Блин, вот тупо вот я раканул здесь. Жестко раканул. Ну ничего страшного, я все равно накажу здесь всех. Сев с мантой, с бэмом. Драгонас тут. Не знаю, что он собирал тебе. Кадисларк. Просто. Найс. Идти с момом. Беги! Прыгни, забери его. Забрал бы, прыгнул. Че, он ульту дал бы и все, и забрал. Че, ульти что ли нет? Жили. Кстати, он его не убьет. А, не убьет за время купола. Повезло. Боженьки, какой долгий рез. Долгий рез, жесть. Так, 3-4-4 спота дальних. Это хорошо, это хорошо. Двести крипов уже, охереть. Просто жесть, просто все фармлю, все что могу. Dominating.
Так, ну все, кираса готова. На нас напали. Пиздец, так не играю. Ну где вы все? Чё они сзади стоят? Мне это интересно, просто чё вы стоите там? Так, ну все, 3 в 1 подрались. 3 в 2 точнее, нормально. Просто сломать тавр надо и все нормально будет. Нормально. На город наших братьев напали враги. Мне сейчас все реснутся просто, поэтому я ухожу. Я побаиваюсь на самом деле. Сейчас нафармим башер все второго уровня. И все будет супер. Можно будет выносить их. Ох, заебись, сейчас я вот здесь зацеплю. Где ты? Вот он, сучка. Умри. Эй! Так, что у нас тут? Это Сефа петуша, надо помогать, срочно. Как бог спешил? Отлично, дабл килл. Магина не отпускает никогда, если он нафармленный. На нас напали. Ну, почему нужно с собой ТП носить? Так, наши пушат, надо помочь. Все нормально. Баш второго левла готов. Можно выносить, жестко выносить.
234 крипа, охренеть. Это не считая того, что еще лесных убил, хрен знает сколько. Вообще жесть. Сейчас пока какого-то вижу сразу, блин. Да, до свидания, пацан. Вон, ты уже ничего, ты чё? В одного выбрали. Куру убили, лол. Так, бара жив, надо быть осторожным. Что ж собрать, баттерфляй? Или МКБ? По сути, они меня убить не могут. Если мы кучкой будем, то они мне ничего не сделают. МКБ здесь вообще идеально зайдет, я уверен. Один в один размен, нормально. Батлфури на Магине это все, это весь его фарм. Сейчас только кого-то вижу, сразу врываюсь. Блять, а я умер здесь походу. Пиздец. Ворвался называется. Нас напали. Нужно больше. Ворвался, пацан. Ну и зачем, ты же умрешь там сейчас от этого пацана. Год скипетр клацай. Ясно. Транквилы. Что это такое? Что это будет, мне интересно? Рапира и криты? А, криты, наверное, МКБ будет. Двести сорок три крипа. Да, МКБ здесь самое то против Рикимару, то есть хорошо зайдет. Вообще здесь хорошо бы зашла Тараска, это вот даже спорить не нужно, Тараска здесь идеально бы села на меня. Ну я ж как всегда люблю рисковать. Ну у меня армора дофига по сути, я живой, то есть... Бро, ты пофармил, тебе хватит. Мне ж просто интересно, сколько у меня нейтралов еще я убил, посмотрим. Нейтральных я убил 111 крипов. 111 плюс 243, 350, это уже крипов убито, даже больше. Ну, конечно, не Миракл, но... О, а кто тут фармил? Уже никто? Чувствую, бомж, вот бомж сейчас умрет, чувствую. Боже ж ты мой, стан. Иллюзиями убил. Сука, один удар. О, мне больно. Лол, мне очень больно. Ого, мне лицо ломает жестко. В жопу иди. Пожалуйста. Спасибо.
Все, с МКБ сейчас будет вообще огонь. Да, с МКБ вообще тема. Мы уже мега крипов сделали. Ну все, это по сути победа. Отлично сыграли, команда хорошо сыграла. Мега крипы есть. Все, теперь можно не бояться, спокойно играть от таких панкеров, мешать жить. 6 слотов за 45 минут. Ну слабо, если честно, слабо. Я делаю 39, где-то 38 минут, 35 иногда было у меня 6 слотов, такой вот магина. Ну это если, опять же, если поубивал много. Убивал я 13-4, не так уж и много на самом деле. Но игра все равно хорошая получилась. То есть магина это исключительно вот ваш скилл фарма. То есть если вы играете на магине, это максимальный тайминг по фарму сделать надо. То есть это герой, на котором нужно именно нафармить. Если вы не нафармите, это пушечное мясо. Не герой на самом деле, он ничего не может, если не нафармит. Но если он, сука, нафармит, это просто, это убийца. Что он исполняет? Сейчас очень большой у меня дэмэдж с руки. 307 плюс вылетает МКБ, где-то 500, плюс еще блюр бьет по 64 с каждого удара. Это по 500 с руки примерно с удара я сейчас сделаю. Это 3 удара, 5 ударов по бонику. Вот это говно убить можно, но у меня нет вардов. Нет вижена, то есть ничего не сделаю. Пускай с крипами дерутся. Я подожду Рикимару. А вот и Рикимару, иди ко мне. Просто ФФ написали. Вот такая вот, ребят, игра. 100 тысяч нафармленную. Ай, жесть, как много. Ладно, ребят, всем спасибо, давайте, всем пока, увидимся. Это видео будет в четверг. Ставим лайки, комментируем. До скорой встречи.